Я всегда готов по приказу советского правительства выступить на защиту моей родины, Союза Советских Социалистических Республик. Беспрекословно выполнять все воинские уставы и приказы командирования начальника. Не следя своей крови и самой жизни для достижения полной победы над врагами. Prastric byl v Československu v srpnu 68., říkala máma. Vjel tam na tanku jako okupant. Cítit vínu za něco, co se stalo 20 let před mým narozením.